Городской округ Химки присоединился к празднованию Дня пожилого человека. На сцене ДК «Родина» выступили вокальные, инструментальные и хореографические коллективы. Мы пришли сюда чествовать наших замечательных ветеранов. Хотим отдать им честь, дань уважения, поблагодарить за их самоотверженное отношение к жизни. Мероприятие посетил и депутат Московской областной думы Александр Смирнов. Он рассказал о новых поправках в закон о пенсионной реформе. Для людей, которые еще не вышли на пенсию по новым возрастным категориям, эти люди будут получать льготы уже с того возраста, с которого бы они получали пенсии раньше, то есть с 55 и 60 лет. И сегодня донести это до жителей – это очень-очень важно. В городском округе Химки сегодня проживает около 30 тысяч людей пожилого возраста. При этом почти 1000 из них – долгожители, которым больше 90 лет.